какой-то парнишка пробегал. Ты знаешь, парнишка, что там сейчас происходит? Вот там вот, где идет звук, и все время кричать «Валянда, валянда». Что это за слово такое? Вот просто непонятная вообще тема такая. Все что-то зовут кого-то. Ты вообще в курсе, кто это? Я знаю «Валянда» слово. Переводится это «Байланда, байланда, амигос, адиос». Ты не знаешь это слово? Ну, я знаю это слово, но я думаю, что... Это испаноязычное слово? Испаноязычное слово, конечно. Оно означает с собой «танцуй, двигайся, вперед, лети». Вот так? Конечно, байланда. Так, друзья мои, 50-летний юнец, которому сегодня именно, по-моему, в это же число тебе сегодня? Сегодня 6 именно, августа. Да, потому что это же не выходной, поэтому мы так и поняли, что именно 6 августа этому замечательному композитору и исполнителю исполняется, уже исполнилось 50 исполнилось. Лет. Друзья, 50, 50, знаете, вау. Что такое 50? Он заключил договор с дьяволом, обратите внимание. Нет. У него черная метка лежит в кармане всегда, и именно ей он пользуется, когда достает. Я горец, конечно. Те, которые, знаешь, передаются из поколения в поколение. Слушай, вечно живущие. Из серии, чувак, ты тогда не можешь быть донором. Нет, я не донор. Потому я... что человек должен быть до 40 лет. Во-первых, во-вторых, а ты живешь вечно. У тебя вообще нереально взять даже кровь. Есть не ли надо. Она у тебя? Нет, есть. Может есть. Быть, в них течет какая-то энергетическая жидкость другая. Она. Олег, знаешь, сегодня было очень приятно пообщаться с твоими гостями. Хотел сказать по-русски «гостьми», потому что среди них очень много знакомых нам персонажей, которые неоднократно принимали участие в наших, так сказать, допросах и в наших программах. Ты, естественно, сегодня впервые, и очень интересно, что это совпало с твоим 50-летним юбилеем. Хочу тебя обрадовать, но, с другой стороны, может быть, даже огорчить. Вот когда ты будешь смотреть интервью и пожелания всех своих друзей, ты наслушаешься о себе такого... Дерьма. Нет, если бы... Дерьмо в наше время является вообще каким-то уникальным, вообще, знаешь, можно сказать, даже, как это, мумием, который продлевает человеку жизнь. Если о тебе не говорят, значит, ты умер. Это какашки, да? Какашки жизни, да. Машины. Просто мы сегодня задавали вопросы, кем бы ты мог быть, понимаешь? И люди говорили такие интересные вариации, что ты себе даже не представляешь, кем бы ты мог стать. А, кстати, может быть, еще и станешь, ведь вторая половина жизни только началась. Я не представляю, кем я мог бы стать. А вот этот мы тебе сейчас не будем сдавать, а просто от нашего канала мы желаем всегда одного и того же, чтобы оно быстрее сбывалось. Потому что люди, когда каждый раз желают разные вещи, это как бы, ну, разгоняется. Да, да, а мы вот все время в одну точку, мы желаем тебе хронической удачи, неизлечимого абсолютно здоровья и фантастической любви, но... Плюс к этому мы хотим, чтобы тебя бедные не доставали, а богатые тебе всегда давали. И, естественно, наше традиционное пожелание как можно чаще появляться в YouTube, потому что это будущее. То есть, если ты хочешь оказаться в будущем... Я должен быть в YouTube. Ты должен быть в YouTube, потому что YouTube так же вечен, как лампа Аладдина. Оттуда иногда вылезает какой-то чертик, что-то там снимает и опять исчезает. Я тебе хочу сказать, что PeopleStar сегодня с большим удовольствием приехал в космос. Ведущим, так сказать, космонавтом... Кстати, это тоже один из вариантов, который тебе предложили... попробовать во второй половине жизни. Значит, прекрасные ведущие и прекрасные космонавты. Что-то я запутался, ну ладно, хрен с ним. Нам простят, потому что сегодня был так напряженный день. Но очень интеллигентно, скажи, так культурно, на самом культурно. Деле. Культурно. Вот, ты знаешь, начало не предвещало ничего хорошего, как обычно. Ну, так на днях бывает, рождения, да. Знаешь, да. Но у тебя-то тем более, мы знаем эти истории. Но я интеллигентный человек, да, понимаешь. Да. И вокруг меня окружают только интеллигенты. Да, и... Которые напьются потом. Да-да-да, не предвещало ничего хорошего, пока не произошло какое-то чудо. После того, как ты, наконец, все-таки вмазал, так сказать, волшебной жидкости, для того, чтобы... То есть звездной волшебной жидкости, все как-то раз и началось. Значит, это говорит о чем? О том, что ты connecting people, ты объединяешь людей вокруг себя. Смотри, сколько талантливых, замечательных, звездных людей очень. Пришло сегодня на твой день да рождения. Да не все пришли, на самом деле, не все. Конечно, отдыхать-то надо где-то. PeopleStar. Russian. Internet television. Что бы ты себе мог пожелать? Вот лично сам, вот пока вот никого нет, честно, вот что тебе не хватает в жизни? Желать надо себе только ты то... знаешь, какая смешная вещь? Дело в том, что на самом деле мне хватает все в жизни. У меня есть прекрасная семья. Это мы знаем. У меня есть замечательные дети, которыми я просто счастлив, горжусь, в шоке. Вы знаете, самое прикольное, ты же знаешь, Серег, что вот неважно, там, был певцом, там, звездой, не звездой, там, занимался там шоу-бизнесом. В любом случае, я занимаюсь любимым делом. И я от этого кайфую. И уже не могут бегать с прежней скоростью я по стенам. Я от этого кайфую в том плане, что я зарабатываю деньги на том, от чего я получаю удовольствие. Прекрасная тема. Ты точно так же. Я утром просыпаюсь и получаю удовольствие от того, что я сейчас поеду к себе в студию и буду заниматься. А не к дяде на завод АЗЛК, который работает на автофрамус. Нет, у меня на в районе Павелецкого. Это я сейчас шучу просто. Я говорю, что ты не на дядю работаешь, а на себя. Нет, не на дядю, на себя. И это, в этом получаю огромное удовольствие. У меня есть один человек, который, к сожалению, сегодня не смог появиться, Андрюха Чибис.
некий Андрей Щеглов, так называемый. Он сейчас в Испании, он открывает там русское радио, интернетное. А он человек из MTV, который меня вообще привлек в следующий бизнес. То есть после нашего, извини меня, гребаного шоу-бизнеса, в котором мы с тобой варились, мы были с тобой певцами, там мы еще что-то пытались. Это чистилище ада, его тоже надо пройти, Вася Богатырев, там все. Это просто беспредел, это бесконечка. И это, знаешь, это заканчивается ничем. Продавать свои песни, как и ты, как и я, это все, это бесконечно, это надоело. Да. Унижаться перед кем-то и показывать всем этим звездам, которые не умеют петь свои песни, да пошли они в жопу. Вообще поэтому красиво. Молодчина. Поэтому мы, вот я на самом деле случайно совершенно нашел себе отдушину, появившись вот Андрей Чибис, который привлек меня в Амедиа, и Татьянин день, который начался, вот он все начал, да, то есть у меня сейчас больше 35 фильмов снятых как композитора, и я понял, что это лучше всего. Я нашел себе отдушину, я пишу также музыку, и да пошло оно в жопу, это шоу-бизнес. Я могу петь, если вы меня вызовете на сцену, я вам спою, если нет, ну и бог с ним. Причем совершенно бесплатно, для своего собственного удовольствия. Однозначно. Пусть зарабатывают на песнях те, кто больше ни на чем не может зарабатывать. Ты прав, да. А мы снимаем кино о вас, а вы снимаете кино о кино. И поэтому ты же мы сам все на друг самом деле, снимаем. Ты же сам молодчина, да. Ты же сам ушел в этот бизнес. Ты снимаешь кино. Слушай, ну, я, конечно, хочу сказать тебе, что друзья и то количество друзей, и их качество твоих друзей достаточно высоко ценится, как алмазы, знаешь, примерно. Они пришли, спокойно посидели, никто не доминировал, не орал, что «А дайте я сейчас спою вам песню», никто не воровал у тебя микрофон, потому что, наверное, жесткий, да, типчик такой, жесткий. Я не знаю, что день рождения, днем рождения, а потом вот как закончилось, утром позвонил, как сказал, все, да? Ну да, да. А-та-там. А мы все нормально, кстати, видишь, во-первых, мало того, что профессионально, мы очень трезво оцениваем ситуацию и все. Конечно. И скажи мне, пожалуйста, вот такой вопрос, который будет будоражить еще ближайшие 25 лет всех наших зрителей, тем, кому сейчас 25. Почему? Как ты чувствуешь себя в 50? Ну, это естественно. Почему, да? Я могу вам сказать, ребят, почему? Во-первых, это любовь. Во-вторых, это секс. В-третьих, это рок-н-ролл. Все, что ты сказал, прости меня, это все творчество. Любовь, творчество, секс, творчество и рок-н-ролл тем более творчество. И все. Это а позволяет жить. Продолжить? Нет, Батиш, это позволяет жить. Это позволяет жить и двигаться дальше. Все, мне больше ничего не надо, ребят. Я-то ведь мальчишка-то других времен. Как и мы, собственно, все. О! Знаешь, интересная тема. Некоторые считают, что то, чем мы занимаемся, например, вот этот парень, который стоит за камерой, ему просто нечего делать, а я работаю стойкой от микрофона. Ты не работаешь, понимаешь? Ты получаешь удовольствие. Конечно. И помогаешь мне. Поэтому я хочу сказать, мы пишем историю на видео. Если кто-то пишет историю в прямом смысле, мы ее пишем на видео и загружаем ее в самый большой мировой видеохостинг YouTube. Okay. Для того, чтобы Hi, все 6 миллиардов людей могли увидеть, что у Олега Валянта сегодня день рождения, а ровно каждый год там будет прибавляться по несколько тысяч просмотров. И таким образом, когда тебе будет лет 120, From ты Kazakhstan. Наконец наберешь миллион просмотров. Вот это через интервью. 120 лет я соберу миллион просмотров из Узбекистана, Таджикистана и любых других родных моих республик. Да, это Москва-Бат город будет? Да, Москва-Бат, да. Ну что ж, я считаю, что праздник удался, как ты считаешь? Я уверен, что он удался, и слава богу. Просто очень интеллигентно, культурно, все выпили то, что я хотел. То все съели то, что я хотел. И что самое главное, осталось еще? Осталось много, потому что твой стол, он пустой, понимаешь? То есть за ним никто не сел. Мы на работе, это знают все ребята с нашего двора. Друзья. Никуда. Александр Николаевич. С Валянтой. Валянта здесь как я раз. Я иду к вам. Все. Да. И тогда мы идем к вам. Вы еще не пользуетесь? Вы тогда мы идем к вам. Вам, да. Серег, я хочу сказать огромное спасибо тебе, как человеку, как музыканту, как автору. PeopleStar'ам. Блин, огромное спасибо PeopleStar'у, Дмитрию. Я вас очень люблю, я ценю вас. То, что вы сделали, для меня это огромное. Мы тебя тоже ребят, любим. Вот честно, нет, минуточку. В шоу-бизнесе ничего не бывает бесплатно. Все разводят на бабки. Вы золотые ребята, потому что вы такие же, как я. Я вас очень уважаю, ценю. И спасибо вам, что вы приехали сюда и сказали мне респект. Я вам говорю респект, реально. PeopleStar, респект, потому что они лучшие. Они в любой момент, в нужную минуту, в тяжелую, в трудную, они могут помочь прийти и сказать, ребят, если вам нужно,
Заплатите нам денег. Нет, я хотел сказать, единственная компания, которая не разводит вас на бабки, я хотел сказать, People Star, бабки разводят на нас. Бабки разводят их, потому что в этом проблема. А бабок очень много, понимаете, они во дворах сидят, они возле подъездов сидят, они здесь сидят. Бабки – это просто номер один. Олег, одна минута, меньше, 30 секунд. Ну что ж, я думаю, что как раз такие... Мы должны сказать, если до новых встреч. Если мы с тобой сейчас не пойдем, не выпьем, да, это будет жопа. Идем в жопу. Я должен с тобой выпить, потому что Вася Богатырев мне сказал, что я должен за него с тобой выпить. Да? Да. Вася, мы выпьем много раз. Вася, до респект. Новых встреч. Это мы друг, послание в Лос-Анджелес. Понимаешь? Лос-Вегас. Лос-Вегас тоже. Лос. Лос. Ты потерянный в Вегасе, Вася. До новых встреч, друзья. Спасибо, Олег Валянда, 50, вам бы так выглядеть, как ему. Чао.